Библиотека номер 10 предлагает вашему вниманию обзор серии романов, посвященных истории освоения Сибирского края. Книги, посвященные истории Сибирского края, снискали заслуженную популярность среди читателей. Действия повестей и романов основаны на реальных событиях, происходивших в России. Это и гражданская война, и революция, и поиски золота в Сибири, а также выбор людьми своего жизненного пути в сложных, непростых условиях суровой и в то же время нежной Сибири. Авторы, времена и события, которые они описывают, разные. Но в целом они составляют единую картину становления Сибири. «Богатство России прирастать будет Сибирью». Эти знаменитые слова, наверное, знает каждый. Огромный край. Русские первопроходцы осваивали более 300 лет. Множество великих открытий связано с ним, и много отважных людей сложило головы на его просторах. «Сибириада» – это серия книг издательства «Вече», которая издается с 2006 года. Романом «Сибирь» известного советского писателя Георгия Макеевича Макарова издательство «Вече» открыло художественную серию «Сибириада», посвященную истории открытия и освоения Великого края, раскинувшегося от Уральских гор до Тихого океана. Роман «Сибирь» посвящен событиям, охватившим край в 1914 по 17 года. Через судьбы своих героев, охотников и студентов, рабочих и ученых, автор убедительно и ярко показывает, как, несмотря на различия в образовании, вере и политических убеждениях, главным для людей оставалась тревога за будущее Сибири, за сохранение и приумножение ее природы и богатства. В 1976 году роман «Сибирь» был удостоен Ленинской премии, а позже по нему был снят одноименный фильм. Эпический роман «Строговы» известного писателя-сибиряка Георгия Макеевича Макарова в полной мере можно назвать историческим. В своем произведении автор через судьбу крестьянской семьи Строговых остро и образно рисует картину жизни Сибирского края в период крупных исторических событий – русско-японской войны, революции 1905 года, Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны. Главный герой романа Матвей Строгов проходит огонь, воду и медные трубы. От мирного крестьянина-пасечника до командира красного партизанского отряда, доказав себе и другим, что человек всегда должен оставаться человеком и с честью выходить из любых жизненных коллизий. В 1952 году роман Строгова был удостоен государственной премии СССР, а в 1975 году по нему был снят одноименный фильм, побивший все рекорды зрительской популярности. В 1954 по 1960-е годы Георгий Марков написал продолжение истории семьи крестьян-сибиряков Строговых, роман «Соль земли», где подробно проследил судьбу детей и внуков Матвея, уже изменивших свой социальный статус, ставших учеными, служащими, партийными работниками, не столько сеятелями, сколько преобразователями послевоенной Сибири. Вполне в духе времени в романе появляется и образ молодого бунтаря с характером шестидесятника, аспиранта Алексея Краюхина. Роман был с успехом экранизирован и заслуженно снискал зрительские симпатии. Роман «Даурия» известного русского писателя Константина Федоровича Седых, рассказывает о жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне Первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие против нее. Главный герой, молодой казак Роман Улыбин, поначалу беззаботный сорвиголова и занят только одним вопросом. Выйдет за него замуж любимая девушка, да шутка, или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился.
Люди воюют за равенство и социальную справедливость. И он, бравый казак, не может остаться в стороне. Роман «Отчий край» тематически продолжает его известный роман «Даурия». В нем изображаются события последних лет гражданской войны, изгнание белогвардейцев и интервентов из Забайкалья и из Дальнего Востока, воссоединение Дальневосточной Республики с Россией, возвращение партизан к мирной жизни, их работа по укреплению советского строя. Многие герои Даурии перешли в роман «Отчий край». Наряду с ними действуют и новые персонажи – большевики Блюхер и Постышев, и народный герой Монголии Сухэ Батор. «Закон тайги» Валерия Кузенкова – это сборник лучших рассказов профессионального охотника, журналиста, писателя, главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова. Захватывающие, порой трагические истории, происходившие с автором и его друзьями за многолетнюю практику биолога-охотоведа, переработанные из дневниковых записей в художественные произведения, не оставят читателя равнодушным. Простые люди с непростыми судьбами, главные герои книги помогут взглянуть на мир иначе, задуматься о ценности жизни, об отношении к природе, о том, как человек в тайге – лишь гость. В книгу вошли лучшие произведения знаменитого путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу-Узала». В них рассказывается об экспедициях начала прошлого века, руководителем которых был и сам автор. В первом произведении мы познакомимся со старым и опытным следопытом Гольдом Дерсу-Узала. Он знает и уважает тайгу и ее обитателей. Он, разговаривая с великим духом леса и безо всяких карт, ведет через глухомань и буреломы молодых ученых, приоткрывая завесу тайны и неповторимой красоты сибирской природы. О дальнейших приключениях автора и его верного помощника-проводника и товарища Дерсу повествует второй роман. Именно по нему был снят знаменитый одноименный фильм Акиры Куросавы, получивший международное признание. Геологические экспедиции, с которыми Валерий Игнатьевич Туринов объездил Сибирь и Дальний Восток, пробудили у него интерес к изучению истории Сибири и российского государства, благодаря которому были созданы многие его произведения. События романа «На краю государевой земли» разворачиваются в начале XVII века во времена, когда русские купцы и служивые люди обживали сибирский край, государеву землю. На страницах произведения идет речь о походах смелого царского воеводы Якова Тухачевского, основателя Ачинского острога и его людей. Медленно, порой задерживаясь на одном месте на годы, двигались они вдоль могучих рек, по степям и тайге, где добром, а где и огнем, добывая себе право сесть на землю. Его отряд, проделывая тысячекилометровый путь от Тобольска до Ачинска и Кузнецкой земли, заложив несколько важных крепостей по рекам Западной Сибири и подчинив власти Москвы окрестные племена. Книга написана живо, эмоционально, вызывает неподдельный интерес. Интересен роман известного сибирского прозаика Михаила Щукина «Несравненное», посвящен знаменитой русской певице Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. В основу повествования положены факты из ее биографии. Действие книги происходит на берегу шустрой реки Быструги в шумном торговом городке Иргит, где главным событием каждого лета становится богатая ярмарка. На сей раз городок посетила знаменитая певица, любимица публики Арина Буранова, «Несравненная», как единодушно называли ее поклонники, хотя вышла она из бедной крестьянской семьи. С ее появлением в городке начались странности. Куда-то подевалась городская сумасшедшая Глаша-копательница, расстроилась свадьба падчерицы купца Евстифеева, а потом и сама певица попала в очень непростую, даже опасную ситуацию.
Интригующий и в то же время романтический сюжет вкупе с достоверно переданной атмосферой того времени доставит вам немало удовольствия. «Соленая пать» Сергея Залыгина. Это роман о том, как рождалась советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918-19 годах. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти, высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков – это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина – уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их. На Иртыше. Это повесть, посвященная более поздним годам. Это 1931 год, село Крутые Луки. В центре – история Степана Чаузова, которого высылает как пособника кулака, а он приютил семью Раскулаченного. Драма Степана Чаузова в том, что благородство, человечность, приверженность к новой жизни уживаются в нем со старыми убеждениями, выработанными прошлой мужицкой жизнью. «Трупы Алтая» – необычный роман. Это путешествие, экспедиция. Это история семи человек с их непростыми отношениями, трудной работой и поисками себя. Время экспедиции оборачивается для каждого ее участника временем нового самоопределения. И для Риты Плонской, убежденной, что она со своей красотой не как все, и для маститого Вершинина, относившегося к жизни как к некой пьесе, где его роль была обозначена Вершинин Константин Владимирович, профессор, лет 60. А вот гибнет Онежка, юное и трогательное существо, глупо гибнет и страшно. И с этого момента жизнь каждого из оставшихся членов экспедиции меняется безвозвратно. Существует мнение, что именно с этого романа начался писатель Сергей Залыгин. Сегодня мы познакомились лишь с малой толикой книг из серии «Сибириада», характерной особенностью которых является изображение реальных исторических событий и персонажей. Книги этой серии объединяет место действия Сибирь и Дальний Восток, а также захватывающие сюжеты о сильных и мужественных людях, попавших в сложные жизненные ситуации и с честью прошедших испытания. На страницах романов ярко передан колорит времени. Язык повествования соответствует описываемым эпохам. Спасибо за внимание.